Знаешь, вот каждую неделю новая твоя какая-то фотосессия с огорением. Поверьте, моей вины в этом нет. А я думаю, зачем? Это на Инстаграм сейчас? Знаешь, такое мое женское личное впечатление, что если не раздеться разок за неделю, то мир рушится, да, сразу? Нет, просто дело в том, что Инстаграм – это развлечение для тех, кто... путешествует, допустим. Я очень часто провожу свободное время на гастролях. И я люблю фотографию, я об этом уже неоднократно говорила. И то, что я делаю картинки, и их смотрят только те, кто хочет. А то, что таблоид перепечатывают и подписывают различными комментариями, а потом это обсуждается, это совсем другая история. Итак, друзья, сейчас я хочу попросить, чтобы в эту студию внесли один сюрприз, подарок. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, это сделали вы. Да. Значит, почему в виде, Вик, извините, сиси? Почему? Ну, дело в том, что я дизайнер. Так. И ответственно вам заявляю, что женская грудь – это прекрасно. Ага. А сколько они весят? Это 16, это 24. 16 и 24. Есть еще 32. Есть еще 32. И это тоже вы все хотите подарить дальше? Ну, не все. Я думаю, что вот 16, либо 24 килограмма. Какой вы жадный. Нет бы все отдать. Я хочу одну Владу подарить. Что вы выбираете, кстати, Даша? Я хочу маленькую 16, а Владу 24, пожалуйста. Да, значит, мы дарим вам 16.